А тогда ко мне. Айна, давай ты ко мне. Там моба убейте, но у меня в катапульте человек сидит. У меня пассажира нету. Тебя нет пассажира, а у тебя будет исполин. Иди ко Я мне, еще. я могу к кому-нибудь сесть. Ты никого не Катапульта и... кидаешь. А мы вроде бы всех остальных распределили. Кто в осадку садится тогда? Ну да. Кому? Кому садится, я не понял. А, Исполин, ты без метки, к Неверу. Never Storm, я здесь. Я заезжаю на арену. На арену заезжаю. Так, что у нас с машиной? Почему у нас одна машина только здесь? Давайте, занимайте. Ну Луна это все, нас. быстрее разъезжайтесь, уже кто есть, кого нету, мы его вышли, убьем его в три тела. Ой, дрыщ, какой же ты сегодня душный. На пол рейд чата написал вам всякие гадости, Дрыщ поэт. вагон. А сколько дрыщ дает ДПС? А ты уже замерил? Клешни, ты тут? Ну, вроде 26 было, наверное. Откройте форточку, сегодня все такие душные, да, Невер, блядь, душит этот, Короче, вам, дрыщ. давайте, все готовы, пуляем, осадные. Закидываем. Четвертое, нет. Еще слышите, Донт сегодня тоже душный, с самого утра, ну, в плане, с самого вечера. Мы на не убрали еще? Кстати, блин, а реально мы же можем сделать эту ачиву. Сейчас фулы эти закроем обычки и сделаем не умирающего. Только никто не умирает, Блять. пацаны. А нахуй это на шамане пошел? Ну, убить кто-нибудь. А что у нас последней этой? Хз, Босс, правда, сейчас закончится. Мы без тана даже его сейчас убили. ну, блять, это шумничка. Невероятно. А я что-то не подозревал, что она настолько, ну, проще. Бля, кстати, ни у кого не было этой ачивы. У меня была, кстати. Нет, ну, не, у меня не была на другом персонаже. Бля, мы у льду закрываем 8 лет, блядь, ни разу не было этой ачивы. С остановки убить. Просто кому-то платят, чтобы он умирал. Что? Че, мы классическое вперед идем или по бокам? Не-не-не, пошлите по бокам сейчас сразу все. Кому-то заплатили, он умер, вот и нету не убираешь. Да нету и нету, нам то что. Кто Пошлите быстрее будет? На этого, на дракона. Куда тут нажимать? Как его запускать? Помогите, блять, научите так играть. Пожрать надо рыбу, бафнуть с собой. Ладно, давайте рыбу. Сейчас у меня где-то есть. Вот рыба. Вот жрать. Фул рыба отдали по рейду. Подожди, сейчас рыбу съем. И столик, пожалуйста. И столик. Фул столик по рейду дали? Столик. Столик. Каждому по столику. Выпишите. Меняю столик на лапу, зорки. Давай, давай, давай. Предоплату, блядь. Предоплапу. Он кастовал во время каста. Все, запустили уже. Что тут нажимать? Дайте кулак попало. Флэш, на тебе кулак. Да, Флэш, ты же установил полипауэр, почему у тебя нету его? Мало установить, надо еще включить. Может, если не растет паладина. Невероятно. А это обычка сейчас? Не-не, это нормально. Я рассогрел его. А кто танк? Я хуй... А кто спекнулся в танка? Рос, нет? Нет. Я в ретрике. А, Хайперикс, он в танке, видите? 50... Да в а танке, зачем Рос. Ты, блядь, спекнулся в танк? Знал, что ты не спекнешься, блядь. Да он спекнулся в танк, он вас тушит, успокойтесь, все нормально. Так а ты качка реально-то в танке?
Да. А у него еще танк сильнее, чем у тебя. Ну чтоб не умереть, блядь. А все, агроном нету, а не на нем. Получается, я сильнее? Это другой вопрос. И опять же, больше ХП это не значит сильнее. Типа, сильнее у кого две руки, а не одна. Нет, сильнее тут по ДК. Нет. Подря какая рука, рабит. Это донт, это вообще предвзятое отношение к ДК. Давайте так. Это как? Это кару на ДКшке, Рос. Ну и что? О чем это говорит? Все нормально. Не знаю, у нас гарпун скоро появится, ты говорит. Еще важно, что он держит этой рукой. О-о-о. Панчлайны подъехали. А ведь хороший панч. Ну да, сам себя похвалил, молодец. Так вы ж, блядь, никто. Довольно обидно. Вы же никто. Это была следующая фраза, блядь. Это театральная пауза затянулась. Нажимайте кнопку, быстро, кнопку. Чё так долго? Иначе не появилось, потому что... Да, если долго кнопку нажать. Да? Хуй знает, зачем кто герой дает. Вы уже что, Мирона бьёте? Да, мы уже всё. Кнопка какая. Ой, я не бафну. Пушку не бафну. Это самольчик. А можно ебаную просьбу? Ну, вряд ли вы, конечно, ее примете. На Игнисе можно варом зайти? За топором? Нет. Понял. Долго. Да ну, пока чистим. Да, похуй, пока чистим трэш, заходи. Хотя трэш, да. Спасибо. Не перевели даже. Ой, почему перевели? Куда перевели? А еще одну взятку. Бабушку через дорогу? Ну да. Слушай, неплохо. Давай человек Кадира в обычке убил. А блядь, как это сделать? Как можно это сделать? Ну я предлагаю не знаю. Постоять, да? Ну там так всегда нужно это особое. В 6 хилов, наверное. В 3 танка. Не, 24 хила, 1 танк. Ну если, блядь, тебе даже 4-4 будет не помогает. Это еще более жесткий панч. Да потому что Дайси в мутике, мутики не дамажат. Типа был бы Дайси в нормальном комбате. Один раз, да, главное. Комбат, что ли? Он один раз в комбате подамажил магика, который был сломан. Мне нравится, ему комбат не нравится. Так нет, магик был сломан. Типа по нему там ни буря не проходила, ни этот, ни череда его. Комбат топ. Линкануть этого в таргет урон. Смотри-ка. Это в таргет линкованный. Да. Нет, я не могу. А. Ну смотри, типа урон, полученный врагом. О, все, я нашел. И дальше просто кликаешь на босса. Да, вот что значит не повесил яс. На пушку. И пиздец. Кого? Язык пламени, этот баф на оружие. Ну, как где-то локовский. Угу. Язык заметил только пламени подряд. Имба. Да. Второе место в рекламу. Сучувствую. Пацаны, там дракон прилетел. Сейчас убьем. Разберитесь с ними, пока он не разобрался с вами. Сколько у него внутренний КД? 45 или 2 минуты? 45.
А тогда нормально. Сегодня два меча с Грулана СПД выпал. 21 босса? Да. Нихуя себе, да. Два с двух рейдов. А, что я вижу. И молот Нару, и Триня с Грулана. И прибыла. Чешки. Нет. На кого на дыкание? На танка кайфово. Там магра. Надо дегал. Пуляй, пуляй. Танк. А, я одну включал. И что ты бояшку отдаешь? Забери обратно. Какую бояшку, блин? На твина еще. Какую бояшку? Что там упала бояшного запа? Я ее одел. Я думал, мне ее кинули. Я не заметил, что это была ешка, блин. Нормально, он ее одел, тогда не страшно. Если бы ты надел, еще было бы не так обидно. Ну надел. Или как там? Душа. Короче, я сделал что-то правильное, да, в этой жизни. Применил к себе правду. Я не заметил, что это была ешка. Бафнул на себя эту шмотку. Все, 1 000 000 ГП на мейна. Разбойник? Ну да, твинка-то. Пусть все думают, что ты богатый. Так правильно, у меня 206 ПВП-шмон. И так пусть думает. Да. Подожди, а почему ты вообще на роге в 206 том ПВП шмоте здесь? Что за фигня? Нет, я просто на таких, на нормальных боссов, я на мейна, естественно, буду переходить. Наверх же тоже на твине. Ну, я на шаман у меня нормально. Я тут просто на одного босса попросился. Просто ты хочешь подамажить? Пусть это ДКшка танчит. Ты больше урона нанесешь. Раз выгнется. Нет, я без проблем, я могу на шамане оставаться, вообще не перезаходить. Я просто на одного босса больше никуда не буду. Вором. Да, да блять, ну типа вообще нихуя нет. Да не, больше никуда заходить не буду, в пизду. Не, с Калаганом ты чё, Калаган сложный, туда нужно мейнами заходить. Да, там пиздец, машину можно. Через руки будем играть. Где столик? Кто там набрал много еды, поделились с Розом? Поставьте шкаф, если уже готовы, поставьте шкаф. Ван, дайте черепочек. О, спасибо. Семь. Осталось 7. Если бы. Было бы неплохо, если бы цифра была 27. Будет кошмар ночи. И меняйся можно, но я уже подлетел. Шкаф поставь. С Герой его, может, пизданил, уже ДПС чекнуть. Ну, вообще, 3 ретрика есть. Дайте.
Капец, сколько вы там уже боссов прошли, блин? 16. Сюрикам ты все бросаете, босса. Ну, Айн, он опять стильный. Еще и волосы покрасил. Ой, молодец. Еще бы кинжал с ним найти. Ну, Бьерн еще не отписал, возможно, и нет. Я понимаю. А кто это говорит? Поставь еду, пожалуйста. Кстати, ладно, не, я ГБ просто поставлю, и все. Да не, я поставлю еду, что у меня есть. Если ты умеешь релить, тебя вообще не ходи с гильдзой. Потому что ну, ничего не получает. Кубик, ты понимаешь, насколько заебывает собирать самому? Это пиздец. Я ты будешь по 2-3 часа играть рейд. Шмот, так, а нахуя типа нужен шмот? Типа, в чем вообще смысл игры в шмот? Пугами ты просто не закроешь визуальный контент. Просто прикол в том, что маги грул очень легкий, типа пуги да, с первого. Да, 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 ну окей, а следующий контент что ты будешь делать? Не, ну вот я чисто про этот так, говорю. Подожди, ты принял сумму? Все, нормально. Не, ну ладно, CLK, обычка тоже легкий контент потом будет. Да, закроешь с пугами 7 боссов и все. Да кудлик просто спинтиками мерится. Профа, блядь, все закрывается. Пробафайте кудлика. Дрыщ, как раз вернешь? Как раз вернешь. Кудлик не принял, да, да, да. Все, стоп. А какой делик на этой неделе? Стоп, флут. Третья аура у меня. Расмус, флэш. По очереди будете забирать третью ауру и давать этот мастер аур по команде. Гудлик, что там стоишь, алло? У меня никто не прогружается, я тут один. Потому что ты, блядь, стоишь, хуй знает где. ДБМ пол. Да, там, где он стоит. 5, 4, 3, 2. Секунда, одна секунда. Запускай. На пол отдали? А, отдали, вижу. РДД поближе подошли. Дрыщ фору дави, вот только сейчас бить начну. Мельки, Макс, дистанцию от босса набрали? Третью ауру, забирай флэш. Флэш, лайт, третью ауру забери. Вов, бро, держись, я уже догоняю. Флэш, лайт, алло. А он здесь вообще? Я не знаю. Расмус, забери третью ауру. Мастер Аур. Моб гуляет. Да, аж это. Флэш отдал, я вообще не знаю куда и зачем. Карас Бэр идеального. А что, подождите, танк упал? Мы в пизду, бля, без холи палок, конечно, не вытянули танка. Да меня моб бил. Похоже ты в танк. Давай, да. Так может просто в воду надо было завести? Идеально дальше стоял. Сейчас зайдем. Ну да, ему, наверное, просто больно было в ней этой... Вне воды.
Да не, хилы умерли. А. Ну там моб висели на хилах. Донт вообще мало прохилил. Бля, карась идеально его перехилил, осуждаю. Идеально умер. Я почти Донта перехилил. Я случайно это. Это не я сделал. Понял. Ну тогда нужно повторить. Удли, как хер ли лежишь ты? Слушайте, а если у нас хилов мало, может это на хулипан забить, блядь? Ну. У нас магов нет, да? А, ну. Я вот на магу бафать инфу, если это берет. Ну, если хочешь, можешь второй окно завести. У нас все равно есть 3 слота для второго окна. Ну, сейчас после этого будет. Ну, туда похилю, что тут не нажимаю. Подождем. Побафаемся. Присумоним быстро. Я тоже могу. Зорки, у тебя что, реально на другом окне? Да, у меня же рога на другом окне, бля. Молодец. У него же SSD, чё ему? Ты можешь ещё, понял, завести рогу и автоатакой его поставить бить босса. В целом, давай через альтап в 3 окна играй. Пора бы уже. Не, пал это, у меня на одном аккаунте маг с ДК-шкой. Нет, все становимся сюда, будем сейчас через воду. А если так можно, можно я тоже там зайду за это, уже за шамана? Так я хоть полом похилю туда, блядь, раз мы падаем еще. Жагу хоть покидаю, блядь. Да никаких проблем, я сейчас бегну с танка и все. Все, ладно. Боже мой. Дон, чё там? Чё, серп вылетел, что ли? Поставьте шкаф кто-нибудь. Дрищ. Не, нормально. Дрищ, хорош. Тыкните в дрища. Чё, у меня под РПС 0. Так, Флэш, ты вообще в этом? В Дискорде? Не хилить палом или магом, думаешь, он будет? Так, сразу, бери третью ауру. Флэш пишется, что войси. Так почему он не брал третью ауру? Ты не брал третью ауру, когда нужно. Так, кто у нас тут? Кого не хватает? А если я ни одной хилки не сделаю, то на палу шмот не смогу рубить, да? Можешь. Не, там же муж лут не появляется, если нихуя не сделал. У тебя босс ударит. Гудлик. У меня игра висит. Плохо без гудлика пляем. Отдыхает. Все, давайте без ДБМ пула. Что надо было бить? Да, если без напула бить, осуждаю. Ну, это почему-то нарисовано, что есть напул. Ну, его убро жадный, конечно. Сам стак, гляну. Ну написано, что есть на пол, а по факту нету. Мастер, бля, я просто сказал, не надо. Ну, в бро боится, что я его перегоню.
поэтому не стакает раскол. Ты должен раскол стакать. Так, Расмус, у тебя третья аура? Да. Мастер аур. Я дал. Зорки, забери сейчас третью ауру на паладине своем. Скажите, как можно здесь. Ну и побудь пока на паладине. Сейчас ну да, я нажимать. Зашел на паладине. Нажимай. Дон, теперь заанонси все то же самое. А, у него КД. Он его дает ни туда, ни куда. Я нажму дальше на хулипали, пойду просто еще. В брожбе кнопки я догоняю. Забери адов. Последнее ощущение, как будто мы уже закончили рейд и можем съебываться. Привыкли уже, да? Собаки Павлова. Грустно. Выхожу обратно на лему. Все-таки не слюна течет. Бывает. Что? Не очень понял, о чем. Вообще ничего не. Сейчас 21 включен. А, мы таким не занимаемся, да. Звуки для извращенцев это прям серьезно. То ли дело гачи, да? Гачи миксы. Только что такое гачи? Пошел гуглить, блядь. А ты лучше включи нам этот. Включи нам на боте каких-то гачи. Гачи лучше. Ну, ничего не включается, там бот кривой. Не включается, только не на этом, этом. Просто. Да, гачи да. Я уже... Открыть. Может, мы начнем? Я уже психанул просто да. Себе в наушники. Мы роботов в Хэмке будем бить? Да, да. А какой квест на этой неделе? Малибис. На око. Хуёвый. Чемучий, почему его любят в России? Так, открываю. Страна натурала, блин. Как видео с гей-качками привело рождение интернет-феномена, блин, понятно. Кто там эту хуйню любит? Рос, блядь. Вычислять видео. Понятно. Ну, блядь, паладинов нормально, паладинов не осуждаем. Подожди, что там написано еще раз? Там что-то про пидоров, короче. Да ну неправда, не может такое быть. Бля, третья ссылка в гугле. Третью ссылку сейчас буду смотреть, первую. Бля, там первое это видео, бля, нахуй мне эти видео. Ну, и включай сразу. Бля, пизду нахуй, эту хуйню. Нет, там такого нет. Да, этот, Хайпер, ты разве не танчил раньше в льду? Не в ту сторону, не в ту сторону, не в ту сторону выводишь, страшно. Все нормально, все, все, хорошо. Там есть?
Ты ж мне до хули палки так поставить. Чуть лужи не разбить, блядь. А мы в хейме, что ли, планируем? Ой-ой-ой. Заебись, спасибо. Понимаю. Зорки, зорки. Нет, ты оставайся на холле пале. Ну там. А чё, у него жесткий холле пал? Здесь трасс, пиздец. Хуй, блядь, ну просто это, здесь этот, а мага отведи в сторону. Ну сейчас бафну туда все. Зорки. Как бы сказал банан, нет опыта на хпале. Гудлик, Гудлик, а где ты есть? Там через какое-то время через какое-то время пропущенных боссов все ЕП будет аннулировано. Так у меня игра зависла, я что сделал? Уже бы компьютер перезагрузил за это время. Так я перезагрузил, вот только что. А уже, ты пока еще с нами ни одного босса не убил. Морально я на видео с вами, я все еще с вами. Я буду вообще блинился. Так, все, все проблем. Поели? Стоп тут. Давай, дайся. Кто танк? Кто танк? Исполин, где Зоркий отвел своего типа да, танк HyperX. HyperX? Давайте только не вайпнемся на этом боссе, даже в хэме. Приста баф пороги дайте. Подождите, кому-то что-то нужно с него, с хэма, или нет? Да нет, поехали. Нужна кому-то шмотка 224? Да давайте, пизду. Да, давайте тогда в обычке убьем, он типа реально никому не нужен в хэме. Но они уже никому не нужны, типа эти топовые. Да, а, подождите, не открыл. Грудь латы, ебать, нихуя себе 239 на хули пала, ушел, запускаем хэм, блядь. И шею, блядь, все, играем, блядь, пацаны, давай, покрутим. Соберешь с пугами себя. Что ты душный, блядь? Всё, пуляй, пуляй, HyperX, пуляй. 26-я, блядь. Так что, не доигрываем по сердцу 10%? Нет, 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 да. Никакие 10, 50% оставляем. Не, зачем 10, чтобы этот ачив попал? Потому что, блядь, оно сдохнет. Это я жёлтую кидаю, пацаны. Я хочу что-то покинуть. Геру сейчас? Когда угодно, Геру. Только минимум 2 минуты, подождите, пока этот... Зорги в ЛС, чем пиши, убиваем сферу. Я сам за 6. Забрусти сейчас на маги, блядь, блинка. Открыли. Ладно. Так, стопнули по сердцу. Да рано стопать. Говорю, стопнули по сердцу. Я не хочу, чтобы оно сдохло, как у нас уже было миллион раз. Надо, чтобы резко сегодня не... Посмотри, все стопнули, и с 70% осталось 30%. Ты не 70%, на 50% стопнули, ты чё? Я сказал стопнуть на 70%. Ты сказал стопнуть, не все стопнули. Вот именно. Удивительно. Знаешь, что такое, знаешь, что такое предусмотрительность? И мой скилл в игре. Блин, осторожней. А пускай взрывается, блин, они уже давно не убивают нас. Да. Кто-то, я смотрю, там клешни остался с 10% хп. Вон, я прохилился прям нулевый. У него вообще ноль шмота, у него нет хп в целом. Поэтому он и остался на лоу хп. Зорку убило, пиздец. Он за воротом стоял. Оу, плохо. Да похуй, подбегу резко палом, блядь. Блять, тактика, конечно, пиздец, блять. Зоркий, ужас. Ты сам эту стратегию придумал? Многоходовочка, блять. Ты просто завел паладина, чтобы просто разъебать здесь все.
Давайте в сердце сыграли, больше ДПС удали. Блять, это не переведут его, не надо. Не переведут. Все просчитано, ты что ты этот? Блять, если просчитано, мы бы за два сердца его убили. Бля, ты понимаешь, что это невозможно сделать? Можно, если ты типа два сердца составляешь по 10%, он умирает. Нет, не умирает. Хорошо. Все. Но появляется каждые 25%. Сердце снимает его максимум 25%. Бля, если ты его убиваешь до 10%, оно ему снимает 50%. Так, вайпаемся, сейчас будем проверять. О, бля, все, стоп-хил. Не успеет стопнуть хилы, понимаешь? Быстро разбор. Неплохо. Тут, тут миллион хила типа на всего босса. Прикольно. Вроде мог рейсить. Блин, прикольно, мы чисто по ачивкам пошли сейчас. А давайте еще, какие ачивки мы делали? Обычку этого мы делали, давайте среднего сделаем буревестника. Слушайте, давайте тогда на ханта зайду, если мы буревестником бомбить. Не, слушай, там учиться, там же другая схема, там моба водить надо, такое. Сложно, думаешь? Так, где танк? Так, танк, пуляй. Какой фильтр портал? Расмус, ты кулаки даешь, я тебе настроил полипауэр. Там оба моба. Вот это сервис. Идеальный зачем брат, подними спал? Нас. Рос, ты спал. Я помогаю хилить, не знаю. Да, у меня слишком много задач тут. Видишь, танк не держит агро, что я могу сделать? Дисперс кидает, чтобы рейд не упал. Кто-то сказал, что, блядь, сильнее танк, чем у Роза. Еще с такой насмешкой, мне прям обидно было. А по факту, что? По факту слабенько. Да твои на пулы, типа, ну вообще не роляют здесь. Нормально. Да эти 6 секунд в трэш, типа, неощутимо. Только Хадира хочу в хайме, ребят. Пожалуйста, давайте вспотеем. Да, мы его и так убьем в хайме. Да, блядь, не знаю. Так настроились, блядь, все обычно. Не, ну, я не знаю, Фрея кому-то нужно в хайме? По-моему, Фрея, типа, там просто шмот этот. Не, Фрея просто быстрее убивается в хайме, нежели чем в обычке. Ну да, ты пока трех мобов побьешь, блядь. Ну это да, но там просто суть в том, что... Да, она... типа, понятно, что осколок, но, типа, так как уже в любом случае, типа, людей не фул, поэтому уже будем выбирать, типа, между этим. Типа, чтобы не было вайпов. Потому что будут вайпы, это уже будет дольше, больше потерь. 4 острова делать. Сейчас, когда все 4-4 полутают, мы сюда в 15 в целом можем заходить нормально. Да мы сейчас можем в 15. Ну, типа, просто тут дело в скорости. Ну да, если в Т4 залетят, он, блядь, сносится вообще, блядь. Но по планам нам нужно сегодня до 10 все закрыть. Ну, посмотрим. Я не знаю, типа, нам с йога, мне кажется, нужны какие-то шмотки в хэме еще людям. Ну, шпаги там, мне кажется. Поперезайдем на мейн. Я бы забрал, да, на этого, на шмана. Ну, алгалон будет в любом случае, типа, не сегодня. Возможно, попробуем в день охоты собрать его. Не, алгалон там полезный, там много полезного шмота, поэтому... Азера 0. То есть на алгалону мы сегодня не идем? Нет, не идем. Вполне логично. Да, больше сходим. Я просто не знал. Ну, ты состав видишь, типа, даже если на мейнах призвут, мало людей. Угу. Мало людей, дрыщ. Да, сложно, дрыщ, не хочу вайпаться. Это с какого-то мимо. Очень плохая музыка, блядь. Да поти. Ой, Везекс еще в хэме надо по-любому. Интан на всех висит или не, ну Везекс, мы его убьем в хэме тоже таким составом. Зайдут только что-то... на кастеров. Да, дрыщ, ЕП дадут... Нет, не полтора, меньше дадут. Сейчас мага приведу им туда. Пока башляют ЕП, я везде хожу. Пушить. Я в игре. Так дрыщ, ну типа все равно ЕП будет.
Я зашел. Ну, скорее всего, по выработке времени. Как голда 12. Так, подождите, а что у нас... что у нас... Да не хочу это 12 лет, вы сами не хотите. Типа, вам это ЕП, блядь, не роляет. Успокойтесь. Все равно вы получаете почти в два раза больше, чем те, кто не ходит во льду. Поэтому плевать, типа, вы там получите 1100, или там 1500, или 1200, это не суть важно. Так, этот... сталелома. Сначала сталелома убивают. А, мне магом тут надо быть, эти стаки пиздить надо. Зачем пуржить можно? А, ну это не надо. Айнан, будешь пуржить стаки с... Какие? Просто щит. С крестика. Ну щит надо, да. Ну так, дрыщ, ты дайте, я гонишь. Дайте хороший только на пулы, потому что, ну, либо рост и в танка. Здесь ДКшка пистолет 4 не выдержит это все. Мне было самому тяжко. Мы же будем туннелить по одному боссу. Никто не будет, никто вообще не ауешит. Все туннелят онли в череп. А у нас нет на пула, Дон. Страшно жить. Ну, пароль, да, короче, он сейчас пульнет, и никто не бьет. Все, просто стоим в сторонке. Припоты просто не пейте, и все. Последним звездочку убиваем. Все, ДК пуляй, набирай агро, ставь их, но никто не бьет. Так, я тотем от природы поставлю. С чем через тот шаман? Так, кто этот, кто сорвет агро, будет задушен. Брат, я все для тебя делаю, ты все равно меня душишь, ужас. Все, дамажим. Гиро сейчас или на последнего? Типа, чтобы калагарного. На последнего. Ну, хорошо. Выводи с руны. Блю. Еще ты дальше. Дисплей, да, надо станка. Еще дальше выводи. Хайпер, блин, не заставляй меня работать. Давай я работай сам. У меня начальник примерно так же говорит. Так это да есть. Блядь, вот... почему я должен его сейвить? Если он должен выходить с лужи. Выводи с лужи, выводи. Можешь подальше выводить, плевать вообще. Главное, чтобы не стоял большой в луже. Он до сих пор в луже, вот все. Крест. Гля, я Айна на поеду ДПС обгоняет, что такое? Он на костях, походу, сидит. А, ну и ладно. Он поржит этого. Все, креста. Ладно. Согласен, согласен, ладно. Я уже подумал, что я сильный. Так, кто там плохо кикает? Отбежали, отбежали. Быстро, 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 все отбежали, быстро. Кто там стоит АФК? Ой, вагонище. Ну, зорки осуждаю. Я умер самым первым еще, да. Да, ничего не знаю. Бэрю. Да, это пофиг. Ну, Бэр в целом, давай. Я пала Бэрну. Всех Бэр. Сейчас на Калагарне падать будем, осторожно. А на Калагарне можно хулипану просто идти или там что-нибудь больно? Да, можешь просто идти. Не, ну магом-то мне ещё не хватит. Я о том, что типа, ну, ты можешь просто... Там дальше не нужен хил особо. Так, да, он здесь, хайпер. Чё, Геро? Да тут нахер ну, пизда по ощущениям. Да. А я и не говорил... Да, давай, Геро. Что ему здесь нужно быть в хиле. Все равно диспалил, походу, я только. Где Гудлик? Да я нет, тут... НФ, Гудлик не пойдет, походу, больше. А кто меня ищет, там постоянно? Да ничего, Гудлик. Ну, фанаты, типа... подписчики, блядь. ЕП тут дается за убитых боссов, так что у тебя уже маловато ЕП. Да я ж этот, я же с вами, вот я даже на стриме сижу. Угу, угу. Сиди дальше. Потом увидишь, как на стриме... Это компьютер не хочет, я хочу.
Брат, ну слушай, типа, отбежали. И пока не подходите к нему. Светящиеся придатки, говорит мне ДБМ, убегайте. Хм, придатки, забавное слово. Зачем они его добавили в ДБМ? Чё-то я из частей тела женщин слышал такое название. Как хорошо, что все необычно. Да не, придатки это какие-то отростки, наверное, больше. Ну это в матке. Ну да, да, а, вот, да, точно. Почему, когда нажимаешь Ctrl-Alt-Delete, ничего не происходит? Что ты хочешь удалить? Не мучай, бедный гриб. Ну, игру. Да перезагрузи комп. Нажал 30 раз, типа, и ну ничего не произошло, просто висит локация Ульдара грузится на месте. Я тебе говорю, перезагрузи комп, типа, ты теряешь свою игру. Я уже второй раз перезагрузил. Почем зря просто теряешь? Я уже перезагрузил. И у тебя до сих пор висит локация Ульдуара после перезагруженного компа? Нет, я сейчас заново буду заходить, типа, оно... Ну, тогда оно зависит. О, шапка пиздатая выпала. Мне, кстати, вторая, надо... Вторая такая же, бля. Ну, ты нас смог. Хочешь, Дон, дай. Попробуй, может, клиент проверь. Там есть функция. Да Гудлик притворяется, мы все знаем. Причем тут клиент, игра зависла, просто висит на месте. Так ты говоришь, что ты комп перезагрузил, как она может висеть на месте? Так я уже второй раз перезагружаю комп. Паролем? Можете пароли, пацаны, я уже забрал. Кто хочет пароли, что? Шлем? Я давайте паролем. Кто говорил пароли? О чем? До меня просто только что дошло, что мы идем как-то и про лут забываем, забиваем. Так донт раздает, типа, максимум кому нужно, там, кто просит, и все. Не, мне я на транс захотел. Типа, если кому нужно на транс, давайте паролем. Нет, я на мой забирал. Не, ну тебе понятно, я говорю за себя. Плащ не боешься, разве? Нет, персонаж получения. Боящики не проебали? Аполлон, кстати, прикольный играть тут. Кем? Полиполлон? А. Ну, я так хотя бы, ну, бегал на боссе, я думал, что пизда вообще сложно. Ну, типа, да понятно, что никто не хилит, типа. Но я думал, что если хилишь, то как бы за боем не успеваешь наблюдать, чисто вот. В смысле не успеваешь наблюдать, если у тебя из хилок, блядь, одна кнопка, правая, блядь. Свет небес. Эй, Джагу. Не, так я, у меня ж нет этого хилбота, я так по таргетам же хилю. Ебать, это же по фреймам, да?